Нурлан Оисбаев, кандидат от Общенациональной социал-демократической партии, провел последнюю встречу с потенциальными избирателями в Шортандинском районе Акмулинской области. На встречу пришли около 20 человек. Люди говорили о вопросах, которые в районе не решаются долгие годы. Это отсутствие питьевой воды, газа, высокие цены на корма и многое другое. Партии отметили, что за все время агитационного турне практически в каждом ауле жители жалуются на такие же проблемы. И везде, когда люди обращаются во все инстанции, ничего не могут добиться и получают лишь отписки чиновников. Социал-демократы раскритиковали подобные действия властей. Акимы не хотят слушать сельчан, прокуратура не хочет слушать сельчан, суды на стороне чиновников. И вот это вот беззаконие, длящееся на протяжении уже десятилетий, оно просто, знаете, доводит людей до ручки. Социальное напряжение очень высоко. Если власти в ближайшее время не начнут серьезно решать проблему сельчан, то даже трудно предположить, чем это все может закончиться.